Ладно, сейчас попробуем повторить то, что у нас не получилось, но некоторым очень хочется. Первая строчка выскочила. В мир грешу, не ропчу, не горячо, вожу без тени сомнения, но белый ангел за правым плечом вечно готов дать совет. Знает всегда, что к чему, что почем, в чем грех, а в чем искупление. Черный же ангел за левым плечом шепчет проклятый в ответ. Можешь солгать, не отсохнут уста, что нацелен ты на исправление. Но 32 августа, ночь с пятницы на воскресенье. 32 августа, ночь с пятницы на воскресенье. Белый твердит, что я вечно не прав, черные, но ваши мнения. Я же обоих их слушать устав, уши руками закрыл. Только вот эта затея пуста, ух, смутно и гложет сомнения. Выйду на мост и взлечу я с моста, кажется, я же закрыл. Слышу я фразу, видать, неспроста, а фраза напрямо на вождение. 32 августа, ночь с пятницы на воскресенье. 32 августа, ночь с пятницы на воскресенье. Так и живу в эпицентре войны, свой тяжкий крест несу на плечах. Если противники силы равны, нет ей проклятой конца. Правда и ложь тесно переплелись, в этой войне совсем я зачат. Оба мне ангела страстно клялись, что здесь по воле Творца. Я бы поверил, но верить устал, и понял, наступит спасение. Лишь 32 августа, в ночь с пятницы на воскресенье. 32 августа, в ночь с пятницы на воскресенье. 32 августа, в ночь с пятницы на воскресенье.